Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова. Меня зовут Юля, давно не виделись. В сегодняшнем видео мы с вами сделаем тестинг макияжа, также свотчи новой лимитированной палетки от Huda Beauty вместе с коллаборацией Sculpt Beauty. Я уверена, что вы уже смотрели много видео, потому что русские ютуберы уже вышли достаточно давно с обзором на эту палетку, американские так вообще еще раньше. Мне палетка только сейчас, сегодня буквально она доехала, шла на 2 недели, а все почему? Потому что я решила не выбрать экспедиционную доставку, самую быструю, и в общем да, ровно 2 недели она шла ко мне из Британии. Итак, эта палетка, кстати говоря, меньше, чем ее другие собратья или сестры, можно сказать, потому что в ней находится всего лишь 5,4 грамма продукта, тогда как в ее обычных палетках, типа, например, палетки Nude Medium, здесь находится у нас целых 9 грамм почти продукта. И первое, почему эта палетка, как мне кажется, обращает внимание людей, это дизайн. Дизайн у нее просто потрясающий, это такая упаковка, знаете, как под мрамор, и это неспроста, потому что когда Huda Beauty говорила Sculpt Beauty о том, какую упаковку она хочет на палетку, она сказала, что у нее дома есть многомиллионная мраморная стена, то есть она очень любит мрамор, и у нее дом украшен вот таким дизайном, и она решила поместить вот этот вот мрамор, не настоящий, естественно, просто всего лишь наклейка, на свою упаковку. И я считаю, что это выглядит потрясающе, потому что, когда я увидела упаковку, я сразу поняла, что я хочу ее. Есть в этом дизайне что-то необъяснимо притягивающие и манящие, как мне кажется. Палетка сделана, это, конечно же, тоже в Китае. В принципе, другого мы не ждали, потому что все ее девятки делаются в Китае. И при открытии палетки мы видим 9 красивых розовато-нюдово-золотистых оттенков. Первое, что вам может прийти на ум, это почему эта палетка вроде как золотая, gold, да, но почему здесь есть розовые цвета, где там какие-то коричневые оттенки, более такие коричнево-нюдовые. И этим вопросом на самом деле задавались очень многие люди. Все знают любовь Huda к розовым оттенкам. Можно судить это по ее большим палеткам, где просто в каждой палетке половина оттенков это розовый. Но надо сказать, что палетка, она чувствуется очень легко. И даже мне кажется, что эта палетка, конечно же, она чувствуется тяжелее, чем эта. Ну и с ней реально приятно работать. Мне понравилось. Я испытала удовольствие держать ее в руках, потому что она легкая. Это круто. Я делала свотчи этой палетки, и надо сказать, что свотчи, они достаточно хорошие. То есть нет такого, что все спарклы, они как-то очень плохо свочатся, потому что это лимитка, и потому что она сделана в Китае. Почти все спарклы свочатся очень хорошо. Вот этот оттенок, розовый в середине, король этой палетки, который, кстати говоря, у меня сегодня на глазах, мы будем делать макияж с вами с использованием именно этого цвета основного. Этот цвет, он свочится очень классно, очень насыщенно, прям настоящий золотой оттенок, но, однако, это как склеенные спарклы больше мне показалось. Наверное, самый мягкий оттенок из этой палетки, это вот этот вот первый самый, он действительно очень такой прикольный, сводчится, и он очень пигментированный. Вот, наверное, эти два оттенка мне как-то больше всего понравились. Ой, ребят, этот оттенок, он, наверное, самый жесткий из всей палетки. Вы сейчас увидите мои сводчи, я вам просто вставлю их. Этот оттенок просто невероятно такой прям жесткий и очень тоже пигментированный. В общем, тут есть, знаете, как оттенки, которые прям очень-очень классные, очень приятные, выглядят они и наносятся тоже. А есть оттенки, которые прям, ну, очень такие странные. Вот, кстати, ребята, вот этот золотой, невероятно пигментированный, я, по-моему, даже не использовала его, потому что он все-таки такой прям, знаете, золото-золото. Итак, вы спросите, зачем вам эта палетка? Сейчас, да, там еще все ковид на дворе, и как бы не многие даже города готовы к проведению Нового года, где все будут отмечать Новый год и праздники. Зачем она? Мне кажется, эта палетка хороша как раз-таки на Новый год, потому что если вы находитесь дома, там, с семьей, с мужем, с друзьями, возможно, да, с подружками, я считаю, что эта палетка, она вот идеальна как раз-таки для того, чтобы показать вашу страсть к макияжу и также показать другим людям, что вот Новый год уже, ну, там, наступает или настал, потому что у вас будет неимоверно блестящие глаза, и все это заметят без исключения. Настолько эта палетка, она пигментирована и очень невероятно классно смотрится на глаза. Вы, наверное, уже можете видеть в этой палетке преобладающее большинство шиммеров, сияющих оттенков, а именно 6, и всего лишь 3 оттенка здесь у нас матовые оттенки. И надо сказать, что матовые оттенки, они достаточно хороши. Вот эти 2 оттенка розовые, а именно, наверное, самый светлый розовый оттенок, это тот оттенок, который
очень легкий, он, ну, пылит очень сильно, причем вы можете это увидеть, когда я буду делать туториал, и чуть что, вы можете его просто раз легко убрать, даже при сочинге я его могла убрать просто так рукой, настолько он легкий. Этот, в принципе, нормальный, обычный розовый, но он тоже, конечно, такой достаточно пыльный и легкий. А вот этот оттенок, самый темный, единственный наш темный оттенок для затемнения, он хорош. Он действительно хороший такой добротный оттенок, который пигментированный в меру, не очень сильно, и также он легко растушевывается тоже. И да, ребят, давайте перейдем уже к созданию этого прекрасного новогоднего золотистого лука с этой палеткой от Huda Beauty. Надеюсь, вам понравится мой туториал, потому что сегодня я решила не говорить. Это был такой молчаливый туториал с очень приятной музыкой, так что наслаждайтесь. Встретимся с вами после туториала. Поехали! Trying not to let my feelings get to me. Sometimes I can't let them go. So now I got these voices. Now I got these voices in my head, baby. I can focus. Feels like I've been hypnotized. Now I'm terrified of losing you. Touching your body, but feeling like I'm all alone. You don't seem to want me, even though you told me so. And baby, I wonder if we should just go separate ways. We could start over, we could start over. Trying not to let my feelings get to me. Sometimes I can't let them go. So now I got these voices. Now I got these voices in my head, baby. I can focus. Feels like I've been hypnotized. Now I'm terrified of losing you. These voices. Now I got these voices in my head, baby. I can focus. Feels like I've been получился конечный образ с использованием палетки от Huda Beauty, ребят. Я считаю, что получилось все очень хорошо. Мне было действительно приятно работать с этой палеткой. Все очень легко, просто. И вы знаете, что мне больше всего понравилось, наверное, это, конечно же, золотая гамма в этой палетке. Розовая, ну, мы все розовую видели, это, в принципе, не заставляет твое сердце или ваше сердце биться, как мне кажется, чаще, потому что мы это видели. Это не вау-эффект, да, а вот эти золотые шиммеры, это, наверное, то, зачем мы купили ее все, потому что все мы хотим увидеть, мы надеемся увидеть в палетке, сделанной в Китае от Huda Beauty, из ее обычной коллекции Obsessions, да, что-то, чего мы не видели, или то, что мы хотим ожидать, а именно невероятно классное качество. Однако, по факту, каждый раз, мне кажется, когда мы покупаем вот эти вот палетки Obsessions, мы верим, но получается все одно и то же, что, как правило, качество, оно, ну, вроде как не такое хорошее, как у ее обычных палеток. А, наверное, эта палетка стоит только из-за вот этих самих шиммеров, наверное, из-за нее я и купила, ну и дизайн, конечно, дизайн это просто выше всяких похвал. Мне кажется, это супер легкая палетка как для новичка, так и для тех, кто очень любит макияж, особенно в золотистые оттенки такие. И что самое классное, когда вы делаете макияж, вам не нужно думать, какой же мне оттенок взять, а что мне сделать, куда мне нанести растушевку, понимаете, все очень легко. Один всего лишь оттенок для затемнения, парочка светлых матовых оттенков, да, если вам нужны они, и также на любой выбор вы можете получить прекрасные, классные и невероятно красивые шиммеры, поэтому, наверное, эта палетка имеет место быть, она уникальна в своем роде, но все-таки мне кажется, что
наверное, она мне понравилась. Я считаю, что все-таки эта палетка будет достойным продолжением моей коллекции косметики от Huda Beauty, потому что я коллекционирую ее косметику, как это ни странно, и мне нравится это. И да, ребят, что вы думаете об этой палетке? Мне будет очень интересно узнать, каково ваше мнение. Пожалуйста, пишите в комментариях. Дизайн. Я вот каждый раз беру эту палетку в руки. Мне нравится, как она чувствуется в руках. Это такой приятный пластик. И она... В ней что-то есть необычное, сравнивая вот с ее обычными палетками. Да, здесь тоже кожа, все так красиво и классно, но... Этот дизайн как-то смотрится современней, мне кажется, как-то вот более 2020, знаете, что-то новенькое, революционное, правильно же? Кстати говоря, ребят, если вам интересно, что использовала на своем лице помимо палетки, я напишу обязательно внизу все, что использовала, начиная от тонального крема, заканчивая помадой. Надеюсь, вам понравилось мое видео, мой молчаливый туториал, это что-то новенькое. Пишите в комментариях, что вам кажется о таком... туториале, или вам больше нравится, когда кто-то вам рассказывает, а именно я. Нравится ли вам, когда я крашусь и говорю одновременно, или вам нравится больше, когда это молчаливый туториал с музыкой? Будет очень интересно знать ваше мнение, ребят. Но я, в свою очередь, не прощаюсь с вами. Желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения. Надеюсь, черная пятница у вас прошла очень успешно. Желаю также хорошего продолжения рабочей недели. Я прощаюсь. Ваша Юля. Всем пока.